Привет, друг, пожалуйста, подпишись, пожалуйста, оцени мой труд, поставь лайк. Кстати, в описании под видео есть Instagram видеоуроки. Посмотрите, что, где, как, например, как создать историю, как зарегистрироваться и так далее, тому прочее. И если вы хотите сделать публикацию в другом аккаунте, тогда, ну, извините, в другом... в социальном... Есть два пути. Это первый вот здесь. Покажет, вот, например, выбираю одного профиля. Вот это, и далее нажимаем. И здесь можно сразу. Вот здесь вот сразу можно. Второе, это найдем в настройку. Сюда. То есть сразу в будущем. Настройки. Заходим в аккаунт, заходим в публикации в других приложениях, и у нас здесь Facebook, и нажимаю на Facebook и вводим свои контактные данные, и нажимаем войти. Twitter точно так же, как Facebook, Tumblr, это вообще что? Да, тоже. Ну, так слышал. Амеба? Я первый раз слушаю, что такое амеба. Амеба? Да, есть российский социальный сет, это Одноклассник. Лучше бы добавили еще ВКонтакте и еще... Ну да, лучше добавить ВКонтакте.